Здравствуйте, друзья! Возможно, не все это знают, но история не всегда высечена в камне. Каждый год археологи находят множество вещей, которые противоречат книгам по истории во всем мире. Сейчас вы увидите 9 невероятных открытий, которые могут изменить историю или уже ее изменили. Динозавры существовали намного дольше. В 2012 году был найден рог динозавра в штате Монтана. Рог на этом снимке принадлежал трицератопсу, который жил на Земле 33 500 лет тому назад. Большинство мира считает, что динозавры вымерли 65 миллионов лет назад, но по исследованиям ученых, ранние люди жили вместе с одним из самых больших динозавров на планете. Интересно, можно ли было их приручить, как в одной из популярных видеоигр? Антарктика была тропическим континентом. На сегодняшний день Антарктика — это замерзший остров, поэтому очень сложно представить его похожим на тропический рай. Исследователи нашли доисторические свидетельства тому на Антарктике. Открытие произошло в 2009 году, а в 2012 году группа исследователей нашла в одном из озер Антарктики 32 разных вида бактерий. Оба этих открытия являются свидетельством того, что климат на Антарктике был намного теплее. Ученые говорят, что если бы можно было посмотреть на континент 100 миллионов лет назад, то он был бы похож на современную Новую Зеландию. Боснийские пирамиды. Когда речь заходит о великих пирамидах, все думают о тех, что находятся в Египте, самая высокая из которых достигает 147 метров. Как оказалось, есть и другие пирамиды. Речь идет о боснийских пирамидах, которые были вновь открыты в 2005 году. Эти пирамиды намного выше и старше известных египетских пирамид. Это невероятно и полностью меняет историю, которую знало человечество до этого момента. Самая высокая из боснийских пирамид – это пирамида Солнца, достигающая высоты 220 метров. Она выше, чем самая высокая пирамида в Египте. Микробы обретают контроль. Жить в 21 веке современной медицины поистине благословение. Но стоит лишь вспомнить, какой была медицина в средние века, и люди будут бесконечно рады быть в нашем столетии. С тех пор ученые изобрели антибиотики и вакцины, которые помогли спасти миллионы жизней. Без них мир бы страдал от таких болезней, как полиомиелит или свинка, или даже ветряная оспа. Единственное, что вызывает беспокойство в современном мире – микробы, из-за которых мы болеем и которые поражают наши клетки, быстрее чем ученые находят лекарства. Все потому, что то, что действовало на прошлогодние микробы, теперь уже не действует. Жизнь на Марсе. Как было представлено, общество привыкло к мысли о том, что Марс и другие планеты когда-то были населены. Хотя это признать правдой, есть новая сторона истории Марса, о которой никто даже не догадывался. Хотя Марс сейчас не выглядит так, члены НАСА видели на поверхности планеты доказательства того, что когда-то массивный океан покрывал большую часть северного полушария. С таким количеством воды планета могла быть как теплой, так и влажной, что является еще лучшей предпосылкой для жизни, чем считалось ранее. Письмена на костях. 82 древних камня, разбросанные по южным Соединенным Штатам, не вписываются в какую-либо из окружающих местных культур. Сообщения на скалах написаны на китайском скрипте «Оракула». Костяной скрипт является одной из самых старых форм известных китайских писаний. При расшифровке этих сообщений слова, описывающие путешествия, кажутся так, как будто они были написаны людьми, изучающими новый мир. Если это так, то это означает, что китайцы высадились в Северной Америке более 3000 лет назад. Существует больше городов майя. Странная квадратная платформа, изображенная здесь, считается огромным городом майя, который был обнаружен 15-летним Уильямом Гадури. У этого канадского мальчика есть теория, согласно которой майя решили разместить свои города, следуя за созвездиями. После этой теории он решил, что на полуострове Юкатан в Мексике должен быть еще один неоткрытый город, и судя по этому фото, похоже, что он прав. Место, о котором идет речь, еще не было осмотрено, но любопытное наблюдение из космоса вызвало экспедицию. Сферы Коста-Рики.
Эти сферы были горячей темой, как только их нашли в Коста-Рике. На солнце, под водой или почти полностью погребенными под грязью. Оказывается, эти сферы были украшены определенными городами и зданиями, в зависимости от человека, важности или звания народа. Время, которое потребовалось, чтобы создать эти почти совершенные камни, было настолько длительным и связанным с тем, что этот камень нельзя было дать никому, кроме человека, у которого было важное социальное положение. Металлические книги. Две древние книги на самом деле являются текстами в виде металлических книг. Обнаруженная коллекция насчитывала в общей сложности 70 из этих крошечных книг, размер которых был размером с кредитную карту. На страницах этих книг есть символы и маркировки, которые, как полагают, могут раскрыть некоторые из наиболее сомнительных секретов некоторых первых дней христианства. Говорят, что эти книги могут в конечном итоге изменить то, как люди понимают Библию. Хотя никто так и не смог понять полный контекст написанного языка. Спасибо за просмотр, друзья! Не забывайте подписаться на канал ВУЗ и до скорых встреч!